Томичка Екатерина Бочарова вошла в тройку финалистов общероссийского конкурса «Талисман» чемпионата мира по футболу 2018 года. В качестве символа Мундиаля студентка Института искусств и культуры ТГУ изобразила волка. Девушка вдохновлялась талисманами крупных соревнований прошлых лет. Правда, увидеть эскиз можно будет в субботу, когда начнется голосование. Выбирать можно на сайте talisman.fifa.com. Итоги объявят 21 октября.